Так, всем привет. Вчера проиграл. Очень мощный расклад был у Амилу. Прямо там шансы были близки к нулю изначально. Ну, не изначально, а к моменту встречи. Там 23 арха, 123 монарха. АОТД с красным шаром. Все это на четвертой, начале четвертой недели. Ну, в общем, очень жестко. Так, у нас тут игра на ставку. Звука музыки вы не услышите, потому что я слушаю дотку. Блин, тут начеркались очень прикольно. Но, как видите, стек один пришел, зато плюс один скорости. Так, можно зомбаков, но набрать сразу. Зомбаки тоже могут. Вполне могут. Да, там было жестко. Ну, это из колонок. Я звук убрал, чтобы шел с компа. Вы сейчас слышите только с колонок. Блин, Пандорина. О, как интересно. Блин, ну расклад выглядит неплохо, за исключением того, что вот нифига нету. За исключением этого расклад нормальный. Ну, в смысле, есть конца, есть плюс 2 скорости к плюс 1 скорости. Блин, пришло бы нормально стеков скелетов, и не пришел бы вот этот ублюдок носатый. Там устраивает расклад Гомонглуса, поэтому... То есть, ну, он уже один отбил рестарт, второй не стал, значит, он согласен играть этот расклад. И это для меня не очень так-то. Так-то это для меня не очень. Ой, что-то я завыкился. Как-то так себе. Завыкился там, где не надо было выйти. Двумя аж. Аж над двумя. Спал мало. Или каши ел мало. Непонятно. Две нычки зомби, играй. Ну да. Ого. Бам-бам. Так, еще на героя накопили. Герой по золоту, еще некро заходит. Ну так-то неплохо, в принципе, выглядит-то. В принципе, это неплохо выглядит.
В принципе, все неплохо, очень выглядит. Давайте посмотрим второй ход. Я не хочу просто так уничтожать рестарт в адекватном довольно раскладе. Встанем сюда. О, еще и некрошуба. Ну нет, ребят, я такое ресить вообще не могу. Не могу. Тут как бы это... Очень, очень уж красиво все выглядит. Привет. Ну да. Слушайте. Ну, вам не сильно должно быть не сильно громко должно быть слышно его.